Бадминтон – это вид спорта, который пользуется популярностью у миллионов людей самых разных возрастов во всем мире. Это спорт, который развивает скорость, реакцию, силу и выносливость. В Хасанском округе достаточно много ребят, которые занимаются бадминтоном и принимают участие в соревнованиях как краевого, так и местного уровня. Вот сейчас они собрались, чтобы сразиться за звание лучшего бадминтониста в первенстве Хасанского округа. Возрастная категория этих детей – 2013 год и младше, 2010-2012 год. И заявлена категория 2009 год и старше. То есть в этой возрастной категории могут принимать участие как старшие дети, так и взрослые. На сегодняшний день заявлено 68 человек только детей. Это 2013-2017 год рождения. И 23 человека взрослых заявлено. В соревнованиях приняли участие не только славянцы, но и бадминтонисты из Владивостока, Уссурийска, Смоленинова и даже из Китая, спортсмены из города Хунчуня. Мы тоже первый раз из Китая, из Хунчуня, с детской группой приехали. И китайские дети, и русские дети, они хорошо играют, интересные. И особенно в этом году, это китайский, русский спортивный год. Поэтому мы приехали и с русскими детьми вместе играем. Соревнования проходили на протяжении всего дня. Спортсмены соревновались в одиночном, парном и микс-разрядах. По завершению игры были определены победители в каждой возрастной группе. Хорошие результаты показали хасанские спортсмены. Так Богдан Крылов занял третью ступень пьедестала среди младших ребят. В парной игре вторыми стали Степан Гунченко и Максим Никитин, а третьими Артем Старков и Тимофей Валиулин. В старшей группе в одиночном разряде второе место занял Андрей Репин. Среди девушек серебро у Анастасии Журавлевой. В парном разряде среди мужчин второе место заняли Андрей Репин и Сонг Панг. А бронзу завоевали Анатолий Стародубов и Алексей Могилевский. Также третьими стали Александр Дьяков и Юрий Бурлаков. У женщин в парном разряде на втором месте Анастасия Журавлева и Анастасия Снытникова. Бронза у Кристины Снытниковой и Ольги Цветковой. В миксе на пьедестал почета поднялись Анатолий Стародубов, Александр Дьяков, Анастасия Журавлева, Юрий Бурлаков, Ольга Лаврушина и Мария Федорова. Участников наградили грамотами, медалями и кубками первенства. А совсем скоро бадминтонисты отправятся на всероссийские соревнования «Серебряный валан», которые пройдут с 23 по 27 ноября во Владивостоке. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.